И не спрашивай, что здесь происходит, почему штанга лежит на голове енота, и почему... Я прикрываю твое достоинство. О май! Я прикрываю твое достоинство. А, то есть он положил то, что возле кокушек и руку, это нормально! Это не фу, да. О, у них там взаимное лобызание. Это, как всегда, шоу «Не лежанка на диване». Это шоу перетягивания канатов в GTA 5 онлайн. С вами Квантум и Би, добро пожаловать. Всем привет. Ура. Что происходит? Взгляни. Сегодня у нас 20 единиц транспортных средств. Абсолютно все огромные и тяжелые там машины. Самолет стоит. Есть даже самолет, который тоже будет принимать участие своим реактивным двигателем. Посмотрим, кто кого перетянет и кто победит. Определять будет рандом, какие на машины выпадают. Будем начинать. Ясно. Погнали. Все как всегда рандом. Поехали. Ну что, по итогам жеребьевки мы определили поочередность выбора автомобилей. Я выбираю машины первой, и Би выбирает машины второй. 20 машин у нас. И если выпадет 20, это будет самолет. Да. Назови число от 1 до 20. Это 4. Это 4. Вот, ты спрашивала, зачем Алиса нужна? В смысле, я знала, зачем. А ты хочешь, типа, себе Алису только для того, чтобы вот так вот делать? Не, можно сказать, Алиса, включи гачи-ремиксы. Да, не рассказывай мне тут, ты просто хочешь себе кибер-вайфу. Да, это, я хочу себе девчонку в коробчонке. Да, просто когда, всегда хочешь чего-то другого, когда у тебя есть. Видишь, у тебя есть в реале вайфу, значит, тебе нужна там 2D-шная вайфу или кибер-вайфу. Ничего с этим не можешь поделать. Как говорится, что имеем, не храним, потерявши плачем. Ути-пути. А. Ну и так далее, и так далее. Два, три. О, самосвальчик! Не самосвальчик, а, блин, это бульдозер с отвалом. Да, ну такое, бульдозер. Давай, Би, выбирай, 19 так. Машин осталось. Сири, назови число от 1 до 19. Да, они Сири используют. Ого, два, используют. Три. Ну я долго конца, буду ехать, поэтому сам посчитай. Давай с конца 20. Ну или с конца проще будет. А там будет. Есть за Белазом что-нибудь? Не 20, нет, а 19. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Да ладно. Да ну нахуй, битва строительной техники сегодня получается. Иисус. У нас. Это противостояние двух строителей. Там должно было быть, во-первых, не 20 уже, а 19. И у него должна была быть машина на одну дальше. И у него должна была быть вон та фигня, джетпак. По факту. Потому что, ну, было же изначально 20, Квантум забрал машину, стало 19. И он должен начать был считать с 19, а не с 20. Ну, обэтывались. Техники сегодня получается у нас. Это противостояние двух строителей. Один прокладывает тоннели, другой перетаскивает грузы. У меня есть одна проблема. Я даже не начал тебя тянуть. Ой, точнее, я тебя тяну, а ты стоишь на месте. Ага, классно. Вы готовы? 3, 2, 1, поехали! Ты стоишь на месте. Давай. Почему ничего не происходит? W. Нажми на кнопку W. Я ее нажимаю! В том-то и дело, я ее нажимаю! А ты меня У меня, медленно... блин, дым идет из-под капота! Ой, я попёр! Смотри-ка! What the fuck? Бульдозер выигрывает! Давай! Меня сейчас сожрет, Даня! Финиш хим! Ого, его выкинуло! Привет, жизнь. У меня есть первый балл. По итогам предыдущего испытания... Ну, Квантум все равно выиграл, так что неважно. И Би говорит, что я его не найду, но он сильно ошибается, потому что он нюхает колесо, он местный дурачок, походу. Я все понял. Колесо. 18 единиц транспортных средств осталось у нас, и назови число от 1 до 18. Это 14. 14, 1, 2, 3. А, 14 же у тебя вып... А, все сбилось. 1, 2, 3, 4. Лучше посчитать. У тебя летающая штука, по идее. 7, 8, 9, 10, 11. Да, у тебя летающая штука. 12, 13, 14. Нет, подожди, у меня получается броник. Как у тебя броник? Потому что их 18. 18, 17, 16, 15, 14. 18 машин осталось. А, 18. 14, 15, 16, 17, 18. Все правильно. Сири, назови число от 1 до 17. А, ну да, я даже одну не посчитал. Самолет я не посчитал. 1, 2, 3, 4, 5. Нормоз, БТРочка, хорошо. Это транспортные стороны. Мы готовы к старту. БТР против бронированного. Давай. Внедорожника. Канат зацеплен. 3, 2, 1, поехали. Мне не нравится это. Только видишь, ты не нажимаешь W. А ты не видишь, что тут колеса взорвутся скоро. Я просто не еду.
Да ладно, да ладно. Ты вроде подвинулся. Даня, ты меня вытягиваешь? Да ладно! Конечно, нет. Да иди нафиг, ну блин! Дал надежду! Затралил! Да иди нафиг, ну блин! Я обрадовался уже! Нет! Это был мега байт, Даня! Нет, это был удавшийся байт! Капец, его размяло! 1-1. 1-1. Пока что идем в ничью. Остается 16 транспортных средств и... Что это за... от 1 до 16. Что-то хорошее. Странная фиговина. Такое. Это 13. 13, смотри, 16 машин 3 отнимаем. Что? Нормально, это дюна. Ой, не дюна, а что это? Чернобог. Нет, подожди. Подожди, 16, 15, 14, 13. Вот это вот штука, короче. Это дюна, да, упала. Отлично, нормально. Нормально. Сейчас мне джетпак падает. Переназови число до 1 до 15. Ответ 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скрамджет! Как скрамджет? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скрамджет я упал. 5, 6. Ты куда садишься? Да, я просто понял, я что-то вообще не знаю. Следующий раунд. Гигантский грузовик против машины. Что-то у них не очень с математикой. Ускоритель. Кто кого, мы сейчас это и узнаем. 3, 2, 1, поехали! Улетел! Я-то не упал! Сейчас исправим, да? Перетянул по итогу, он как шарик улетел. Просто есть балл у меня, великолепно. Веревка такая тянется. А я такой снизу, как маячок. Он через текстуры упал. У меня 2 балла, у Би 1 балл. Так, остается у нас, значит, жесть какая. 14 тачек. Назови число от 1 до 14. Это будет 1. О, карамба. Нет, опять строитель. А давайте мне сейчас Big один fish, тоже. Little fish, big fish, little fish, Campbell box, big fish, little fish, Campbell box. Назови число до 13. Это будет 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Джетпак! Я опять, или я туплю, или я туплю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Джетпак, би! Джетпак! Но мне кажется... Я его перетяну сегодня. Просто зацени эту тему. Джетпак против бетономешалки. Джетпак на старт уже стал. 3, 2, 1, поехали. Не буду его мучить. На самом деле, это знаешь, как этот воздушный змей. Тут воздушный шарик ребенку подарили. У меня есть свой воздушный шарик. Я как раз хотел про это сказать. Тут человек сидит, алло. У меня есть еще один балл. 3 победы по итогу. Здорово. Ну что? Жесть какая. Расклад таков, что 3-1 в мою пользу. 12 машин остается. Я выбираю первую машину, как и определили изначально. Назови число от 1 до 12. Это 12. О. Самолет. Это самолет. Самолет упал, он же 12. Интересно, что тебе упадет? Давай. 500. Мне уже страшно, на самом деле. Реально страшно, чтобы ты понимал. Фири, назови число от 1 до 11. Это 9. 9? Это значит... мусор. Все-таки мусор, да? Да. Вот теперь точно мусор. Теперь точно мусор. Три раза ты его мусор хотел взять. Против реактивного самолета. Интересно. Что? Мы готовимся к старту, становимся на линию. Просто посмотри на этот беспредел. Веревка зацеплена, как ты видишь. Самолет против мусоровоза. Офигеть! Я думаю, тут нет смысла ланчевать. Давай, 3, 2, 1, поехали! Ты не едешь, да? Я еду. Сначала я подумал, что будет что-то равное. Реактивный истребитель перетянул мусоровоз! Да! Хера себе, блин, у меня еще сзади. Ну, это было ожидаемо. Ну да. Я не смогу оттуда. Да, да, да. А если я полечу с тобой, я смогу лететь? Тянет! Срыв высоты! Ой, что это? Я набираю высоту! Посмотри, нормально! Нихера себе! Офигеть! Так ты можешь еще и меня это катать! Нормально! По итогам прошлого испытания у меня 4 балла, у Би по-прежнему 1 балл. Не везет Би на машине! На машины! Машина у нас остается, и давай, конечно же, к Сири обратимся. Назови число от 1 до 10. Ответ 5. 5, 1, почему 2, 3, дуло 4. Болтыхалось? Нет. Да. Только не большой, только неуклюжий. Танк. Блин, Би сегодня не везет. Это 8.
8, значит, 4, подожди, да, 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 4, 5, 6, 7, чернобок. У меня второй балл. А кто знает, что сейчас выиграет чернобок. Неоднозначное испытание сейчас будет, потому что две огромных, два огромных транспорта вообще. Ну да, но чернобок, по идее, должен быть более грузоподъемным. Ну да, это еще может опрокинуться из-за его конструкции. Ну да. Если бы это было в реальности. Хотя, на самом деле, я не знаю, эта машина для чего вообще она... А, на контейнеры, погрузчик контейнеров. Ну, хотя, может, плюс-минус одинаково. Там-то снаряды, они тоже тяжелые, я понимаю, но контейнеры не всегда... может, проще. Контейнеры не всегда пустые. Ну, так тут нет сейчас контейнера. Ну, понятно, я в том смысле, что там еще этот, моща влияет. 3, 2, 1, поехали. Понятно, он стоит на месте, даже не едет. А у меня уже просто смотри. А я еще и на этих штуках стою. Вот сейчас я на этих штуках не стою, а вот сейчас я еду. Нет! Нет, ты меня вытягиваешь. Да. Балабол Иванович, да опять так. Хорош. Понятно. 2-4. Я и говорил. 4-2 в пользу Би, закончился предыдущий раунд, а у нас осталось 8 машин. Он более машин. Высокий, но, по-моему, при этом легче. От 1 до 8. Ну, походу. Секундочку, ответ говорит. 5. На, сам ешь 3, 1, 2, 3, это 4. Это Бэтмен. О, Бэтмен на реактивном двигателе. Бэтмен. У него есть реактивный неплохо. Ускоритель. Ну что, Би, давай, посмотрим, что тебе выпадет. 4, назови число от 1 до 7. Это будет 7. 7. Что-то... О, БелАЗ! Хорошо! Серьезно? БелАЗ! Квантум у жопа. О, нет. Веревка зацеплена. Да, вероятнее всего. Чтобы его вырвало нафиг. Давай. Посмотрим, кто одержит победу. Пока что счет 4-2. 3-2, 1, поехали! Да ладно, серьезно? Да ладно! Мне хана, походу, пацаны. Нет! Ля! Вот это жесткое противостояние! Реактивная тяга вывезла таки! Ну да. Я думала, что Би опять убирает. Есть что, я могу себе позволить. Точно, блин, обидно. Да пошел ты в задницу, я обидел. Е-е-е! 5-2. Счет 5-2 в мою пользу. Остается у нас совсем немного машин. Это 6 машин остается и, блин... Танк тут, посмотри, или автобус есть, это жесть, трофи-трак, это очень слабые это тачки. Это очень интересно. Это очень интересно. Давай, Даня. Назови число от 1 до 6. Это 6. Да ну ё-моё, да за что мне трофи-трак? Трофи-трак хотя... неплохо, сейчас мне автобус падает. Не, если сейчас, ну хотя уже все. Сири, назови число от 1 до 5. Тебе сложно будет. Ответ 5. Да ладно, назови трофи-трак, ты еще можешь выиграть, Би. Мы готовы к следующему испытанию. Жестко. Трофи-трак, пикап Ралини против огромного грузовика с подсекателем. Давай. Других тачек. Носатый, короче. 3, 2, 1, поехали. Ну, тут, ну да, понятно. Тут бесполезно. Офигеть. О, просто тупо офигеть. Да-да-да. Кошка. В сторону еще перекинула. Движение тотальное. А ты куда? Все. А, я понял, как меня отправил, спасибо. Мы мокренькие, потому что мы упали в воду. Значит, 3-5 по счету. Влажный енотик. У меня 5. Остается совсем енотик немного, 4 машины. Полоскает 3, свой. 3. Назови число от 1 до 4. 3. Ответ 1. Сука. Ты петушиная, это обойма, я дурею с тебя. Давай мне один сейчас. Реально сейчас ничья, что ли, будет? Назови число от 1 до 3. Это 3. Блин, ну ладно. Но это все равно жопа. Он тяжелее, куда больше и массивнее. В конце а вот будет в... решаться. Реально решаться. Я просто и знаю, что прям скорее всего. Веревка зацеплена и автобус против огромного тягача. 3, 2, 1, поехали. Ну, это тяжело. Тяжело, да, ну... И мне тяжело, я пытался сделать хоть что-то, но... 4-5. Ням-ням. Ебал, бедный автобус. Все, автобус, пошли куда-нибудь далеко. Загорелся. Да. Погнали вместе. Хорошо тебе. Ха, 4-5. Финал. Хитрый квантум выскочил. Да, он же не дурак в горе, он же этот, он же не медведь, а енот. Че ему в горящем автобусе делать? Против машины из Форсажа. Посмотрим. Пожалуйста, назови число от 1 до 2.
А сейчас немножко саморекламы. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. И в этой группе ВКонтакте есть рассылки. Одна рассылка, где я рассылаю все возможные варианты, где можно получить бесплатные игры, если я их сам увидел. А также рассылка, которая занимается рассылкой. Сука, я столько раз повторил слово «рассылка», но охренеть, блин. Но суть не меняется. Здесь, если вы подпишетесь, вы будете получать актуальную информацию о том, когда стрим начался и на каких платформах, и никогда его не пропустите. Ну а также тут есть беседы по интересам. Жду вас в группе, ссылка в описании. Один. Ответ один. Да. Ну все, Квантум выиграл. Да. Да. У танка дуло болтыхается туда-сюда всю игру. Танк против тачки из Форсажа, как и говорил. 3, 2, 1, поехали. Би. Я копчу так-то. Ты гонишь, а не коптишь. Теперь гоню. Это победа, Би. Все нормально. Да, видишь, ты не упал. Ты не упал. И то, все. Лёха, мука. Я не упал. Напну. Это, под... Нет, нет, нет. Ману тут между... Жести какой-то застрял. Это победа в сегодняшнем канатном испытании. Это шоу перетягивания каната. Как тебе ролик? Напиши об этом в комментариях. С вами был Квантум и Би. Не забывай про подписку, про лайки и комментарии. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Через него проехал. Конечно, я знал. Ты знал, чертяга. Я все знаю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.